Сергиево-Посадской клинике микрохирургии глаза открытия врачи проводят высокотехнологичные операции на стекловидном теле и сетчатке. В нашей клинике появилось оборудование экспертного класса. Это профессиональный микроскоп компании Carl Zeiss Германия для возможности выполнять операции на сетчатке, на стекловидном теле, а также это факовитрио-ретинальная машина, так называемый хирургический комбайн для осуществления этой возможности. В клинике применяются безопасные хирургические методики, позволяющие достичь наилучших результатов. Операция может длиться достаточно продолжительное время, то есть и до 2 часов, до 2,5 часов. Все зависит от тяжести повреждений. В ходе хирургии пациент может ощущать некоторые прикосновения, потоки жидкости, но в целом операция безболезненная. Операции в клинике открытия – это передовые технологии, современные материалы и высокая квалификация врачей-офтальмологов. Еще совсем недавно пациенты с тяжелой патологией, витриоретинальной патологией, вынуждены были искать помощь за пределами Сергиево-Посадского района, при этом обращаясь в федеральные центры Москвы и Российской Федерации. То сегодня, в общем-то, мы готовы эту помощь предложить самостоятельно. Зрение потихоньку возвращается уже на операционном столе. В зависимости от сложности операции, полное восстановление происходит в течение месяца.